Я приветствую вас на канале Мамина Пекарня. Сегодня приготовим легкий летний салат. Признаюсь честно, как только появляются вкусные помидоры, я просто живу на этом салате. Лук я использую ялтинский, он очень сладкий. В июле его начинают завозить в супермаркеты. Режем его перьями. Пять минут и лучший в мире салат готов. Кинза или петрушка. Мне больше нравится с кинзой. Также добавлю маленький кусочек перчика для пикантности. Зеленый чили. Оливочки или маслинки, кому как больше нравится. И помидоры. Помидоры для этого салата режем крупно дольками. Удаляем сердцевинку. Щепотку перчика черного. Щепотку соли. В качестве заправки я использую оливковое или растительное масло и соевый соус. Сюда можно добавить чайную ложку горчицы и меда и сделать такую горчично-медовую заправку. Но я на свой вкус, чем проще, тем лучше для меня. Теперь все хорошо перемешаем и дадим настояться, чтобы лук пропитался помидорным соком и как бы замариновался в кислоте от помидор. Пять минут, и мой любимый салат готов. Я называю его «Ешь и худей, и запасайся витаминами». Попробуйте и вы. И если вы видите на витринах ялтинский лук, непременно возьмите, это идеальный лук для салатов. Всего доброго, дорогие мои подписчики!